Internet magazyn Tokamp предлагает это вашему вниманию карт Sharp 2 или наша визитка нового образца. Наша визитка та же, как и предыдущая версия. Имеет инструкцию. Ну и соответственно основное отличие от предыдущей версии – это металлические накладки. Для сравнения, предыдущий нож CardSharp – это CardSharp 2. Сама механика – все то же самое. Поворачиваем защелку поворотную. Поворачиваем нож и складываем две половинки. Для сравнения соберем предыдущую модель. Также все просто. Основное отличие – это только металлические накладки, которые делают нож более толстым. Неудобно. Рекомендую.